Так, ну что же, сегодня третий день наступил. Для вас-то это все в одном ролике, одним днем. Сегодня третий день, бонжур. Третий день наступил, и вот я, кстати, первые два дня что-то не снимал, решил сегодня снять, как паркуют здесь. Вы видели, там очень много машин, да, всех на поле просто ставят. Но при этом есть вот эти чувачки в красных куртках, которые указывают, показывают, то есть всех паркуют. Очень-очень так удобно, цивилизованно, никто никуда не щемится, не толкается. Это мне понравилось. Показывают, где свободное место, ставят. Ну, в общем, сегодня третий день, сегодня я надеюсь Лёба все-таки поймать. Это главная моя вообще задача всей этой тусовки. Ну и буду еще снимать сегодня розыгрыш этой машинки маленькой. Тоже поучаствуем, посмотрим. Вот здесь опять новенькое что-то стоит. Смотрите, Шелби, по-моему. Астон Мартин. Каждый день новые машины здесь, блин. Поршака, GT3 RS. Феррари, шмеррари. Сегодня еще вот на эту башню, оказывается, по моему билету. Ну, тоже, видите, все с опытом приходит. Оказывается, по моему билету я покупал такой VIP-билет. Он дороже стоит. В первый день за 16, а второй, третий день по 30. Но если бы я знал, можно было вообще в первый день за 50 на все 3 дня купить. Вот такой блатной билет, с которым можно и туда на террасу, и сюда на этот балкон подниматься. То есть, блин, теперь-то я буду знать, но видите, все приходит с опытом. Феррарьки. Ну, красивые, конечно, заразы. В общем, поехали. В третий день. Здесь вот команда Bentley автографы раздают. Молодые пацаны, блин, а уже звезды автографы раздают. Прикольно. Сейчас что-нибудь возьмем у них. Can you say hello for Cap TV? Hello for Cap TV. Hello for Cap TV. Hello for Cap TV. Cap TV. Hello. Hello for Cap TV. Hello for Cap TV. Merci. Ну вот мы взяли у пацанов такие вот штуки с автографами Bentley, почему бы нет, прикольно. Они, конечно, может быть, я честно сказать, не очень знаю этих ребят, но мало ли, может, когда-нибудь они станут мега-чемпионами. И, ну, в любом случае, прикольно. Вот, кстати, их имена, их лица, потом порассмотрим. Ну что же, теперь разыгрывают вот эту вот треножку. Сейчас мы ее выиграем. Куда нам деваться? Нам она нужна. Voilà, allez, tu vas nous lire le nom du vainqueur. Désaxé François. C'est François Désaxé qui l'emporte, il nous vient de Cahuzac dans le Gers, c'est un Gersois. Правда, немножко странно, довольно разыгрывают, как-то просто вытащили коробок и просто достают, какое хотят. То есть как-то, ну вы понимаете, да? Это немножко странно. Забавно то, что вот эту фамилию, которую они назвали, этот месье такой-то, он не отвечает на телефон, и его здесь нет, то есть они сказали, сейчас они 5 минут ждут и типа переигрывать будут. Вот этот мужик в итоге выиграл. Точнее, его жена выиграла. Он тут подошел такой, знаете, спокойно. А, да, это моя жена, жуя булку, выиграл, блин, эту тачку. Ну, что ж, завидовать мы не будем. Нам тоже когда-нибудь повезет. Здесь он все глазеют, как разбитую тачку разбирают. А этот мустанг вчера еще был целенький. Так, ребятки, вот там вот возле этого оффроуд миджета девушка одна стоит. Я у нее поинтересовался. Вон она, тачка Лёба стоит вот там в углу. В общем-то, в 15:30 должен быть последняя сегодня, последняя гонка,
супертуризме. И я, естественно, спросил у нее уже так, типа, чуть ли не слезно. А то я уже забодался. Они все морозятся, никто не хочет особо ничего рассказывать, где он, когда. Я у нее спросил, она мне рассказала, что он перед гонкой, возможно, тут даже не факт, возможно, он там пару минут здесь потопчется, но это маловероятно. А вот после гонки он сюда приезжает, насколько я понял, и, в общем, минут пять он здесь будет раздавать автографы, и потом она мне даже сказала эту фишку, потом он пройдет вот сюда, и вот там вот дырочка есть, он туда пройдет, там, видимо, то ли фургон, то ли что там у них. В общем, ждем начала гонки, я уж не знаю, тут разорваться. Вот сейчас от места, где мы находимся, где стоит его тачка, до место, где вот на награждение происходит, очень далеко. То есть тут пешком быстренько так не добежишь. Поэтому я вот не знаю, я теперь сомневаюсь, как мне лучше поступить. На награждение туда пойти, снять, если он, конечно, ну, как бы, понятно, мы не будем загадывать, да, но если он выиграет, он будет там шампанским поливаться. Либо, блин, сюда лучше уже прийти и здесь ждать его на всякий пожарный, чтобы, ну, не пропустить, потому что, ну, я хочу его прямо вот поймать очень близко, это самое главное, чего я добиваюсь. Поэтому я пока думаю, как лучше поступить. Посмотрим. Я тут обошел немного с краев, как раз в ту, решил разведать ту зону, куда он будет уходить. Леб, где-то здесь вот, в скрытном, там, где людей немного. И здесь, посмотрите, в каком я месте. Очень близко к трассе, к самой. Прикольно, давайте чуть посмотрим. Сейчас они будут ехать. Вот он здесь, мы его все-таки поймали. Правда, пока еще не очень близко, но все же вот он в черной куртке сзади нас. Спиной, точнее, к нам стоит. Я его на фотоаппарат фоткал. Вот так, конечно, не очень далеко. Сейчас он уже убегает, но он скоро... Хотя он, может, сюда подойдет. Вот тут дети стоят с плакатами. Надеюсь, подойдет. On recule, s'il vous plaît. J'ai pas pu passer derrière. Vas-y, tu me dis. Non. Si jamais ça ne voiture pas beaucoup les voitures. Thank you.
хотел. Ну что же, первая попытка есть, это он на старте. Теперь будем ждать финиша, будем пробовать. Так, ну я прошел внутрь трека самого, то есть вот там мы были, там зрители, здесь еще можно через под землей зайти, и вот здесь очень близко, смотрите. Просто дичайший стоит. Очень громко. Но, с другой стороны, не настолько громко, как GT4, например. А вот туалеты прямо в центре трека Ногаро мне напомнили родину. Мало того, что они такие стрёмные, так они еще и 50 центов стоят. Себастьян, ди бонжур, бонжур, каптив. Мерси. Вот тут, оказывается, в этом бусике он находится, только что он туда спрятался, вот народ уже тут немного собрался, ждет его. А я совсем недавно возле него стоял, как раз перед тем, как он должен. То есть, если бы чуть-чуть подождал, я бы его, может быть, встретил, как он сюда заходил. Блин, ну ничего, ладно, нормалек. Un autographe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sébastien. S'il vous plaît, Sébastien. Merci. Merci. Merci, Sébastien. Merci, s'il vous plaît. Алло? Вот так вот. Поспешил слишком. А я хотел. На Opel не захотел долго расписываться. Ну что, братцы, вот и все. В общем, на этом заканчиваем. Люба мы увидели максимально, настолько, сколько можно было. Максимально близко получилось, в принципе. Но он, видите, в конце, тут даже сейчас немножко с мужичком с одним обсуждали. Мол, ну что он такой недобрый, что он так быстро убежал. Ну, звезда, мало ли, может у него самолет. Или еще что-нибудь. В любом случае, конечно, я надеялся. Я вообще в идеале хотел, чтобы он две вещи сделал. Очень я сильно хотел, чтобы он это сделал, но, к сожалению, не срослось. Я хотел, чтобы он сказал для нашего канала что-нибудь, типа там, «Бонжур Кэп ТВ». И второе, я хотел, чтобы он у меня вот здесь на объективе расписался. Но, к сожалению, ни то, ни другое не получилось. Ладно, что поделаешь. В любом случае, вот такой вот ролик. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И до новых видосов.